Много сейчас говорят контрнаступ, контрнаступ и так далее. Но в любом бою дезинформация очень опасна. Вспомните Курскую битву под Сталинградом, когда мы успешно дезинформировали противника и выиграли эту битву. Но должен сказать, самая большая дезинформация – это этот контрнаступ. Никакого контрнаступа, с моей точки зрения, нет и быть не может. Это просто безумство. Безумство. 1:5 на фронте воевать по технике и живой силе – это просто безумство. Нет, надо нагнетать, надо накручивать украинцев для того, чтобы продолжать и утопить нас в этом противостоянии. В этом сегодня суть на фронте. Мы это видим, это у нас, за забором прям. Поэтому не думайте, что мы тут нагнетаем обстановку и не хотим мирных переговоров, не хотим договориться о мире. Но большое видится на расстоянии, как я всегда говорю, мы еще придем к оценкам. И мы увидим, кто прав, кто виноват, и особенно сейчас. Мы неустанно призываем остановить конфронтацию, вернуться к мирному решению вопросов. Подчеркну, диалог должен быть взаимоуважительным и равноправным. И всякие предварительные условия, которые сегодня Украина, президент Украины Зеленский выдвигает, это не что иное, это уже абсолютно понятно, с целью не допустить никаких переговоров. Какие могут предварительные условия? Надо сесть за стол переговоров и уже там вырабатывать всякие условия.